Ладно, ребят, сейчас приходится мне, к сожалению, идти. Я бы здесь сидел бы еще как минимум час, но ждут меня, ждут. Надо ребенку, который у меня гостит, включить Майнкрафт. Вот еще раз тебе хвастаюсь. Я купил специально блокнотик для Майнкрафта. Я сюда буду все записывать. Максим, если ты меня слышишь, привет. Тебе, Илюша, привет. Все, что вы мне сообщите, я буду записывать. И не только то, что я прочитаю по Майнкрафту, я все буду записывать вот в этот чудесный блокнотик, вот этой чудесной ручкой. Все, сейчас собираюсь, допиваю эликсир и выхожу. Короче, все уже сложил, но счет не принесли, надо сейчас еще будет платить, так что еще минут 5 я здесь. Но неудобная тут позиция, еще раз говорю, сзади там какие-то риэлторы сидят, и разговоры о, короче говоря, обо всяких, так скажем, этих ЖЭК-делах. Вот. ЖЭК-потрошитель. Ну, короче... В общем, еще раз говорю, что Майнкрафтом я намерен заниматься серьезно, пока я жив, что называется. И, ну, будем держаться курса. Что тут у меня? Ну, все, я уже сейчас так, телефончик я складываю в ранец. Сюда так, чук, все. Кошелечек у меня там. А, кошелечек надо будет вынимать. Блин, сейчас надо вынимать кошелечек. Вы не мать. Правильно? Или нет? Или вы мать? Боже мой, меня смотрит женщина. Боже мой, смотри-ка ты. Да. Сёма денежный мальчик. Видишь, сколько у меня бабла. Ё-моё. Просто завались. Практически принимаю из них ванну. Как один очень умный юноша, да. Ребята, я положительно отношусь к рэпу. Так, ну что, все, ну, когда же он придет, вот он. Здесь, кстати, сменился полностью парк официантов. И это хорошо, потому что те меня уже все знали, а мне это не нравится. Типа, я все время думал, что они думают, что это он все время сюда ходит. Что, типа, ему в жизни больше нечем заняться? Бедный, одинокий человек. Ходит все время сюда, ходит. Как в том фильме. Его уволили, а он все равно приходит на это место работы.